Всем привет, это канал Туман of Play, с вами Владимир, и мы играем в Until Dawn, это игра «Дожить до рассвета». У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Blackwood Pines. Заявлял, что это священная земля его предков. Эс? Е? Эс? Ты? Сестра? Спроси, чья сестра? Джош. Это наверняка... Которая из сестер? Беги! Боже мой! Эш! Бамс! Погадали там, походили. Иди ко мне. Может, я сейчас и с тобой справлюсь. В общем, получается... Эту утащили. Тех двоих поймали. Преданность. 7 часов до рассвета. Майк, за ней быстрей. Джессика! Джесс утащили. Ребята, быстрей за ней. Господи! Господи! Ты хоть бы куртку накинул. Чё? Кстати, почти 12 часов ночи. Чё голышом-то бежать? Чё за прикол-то, а? Я тебя не понимаю, чувак. Срезать путь идти по тропе. Давай, ну, попробуем срезать путь. Быстрее будет, наверное. Хотя сейчас досрезаемся, наверное, кто-нибудь напрыгнет. Так, аккуратно. О, не ту нажал кнопку, сейчас улетит. Произошла ошибка, это ошибка. Так, улетел. А что теперь делать-то, если я улетел? По новой бежать, наверное. Давай еще раз попробуем. Не получилось. Не получилось срезать. Ладно, идем по-нормальному, по тропе. Хотя мог бы и срезать, да, если бы нажал ту клавишу. Ладно, хоть ружьишко есть. А интересно, оно заряжено? Нет, ты хоть проверил? Вот она ползет. В смысле, кто тащит-то, а? Быстрее вниз, давай, бегом. Обойти, спрыгнуть. Переломаться так можно, наверное. Ну пофиг, ладно, спрыгнуть, надо быстрее ее спасать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда? По-моему, я не успел, там можно было за ветку зацепиться. Ладно, жив-здоров, все, давай, погнали за ней. Мягкое приземление получилось. Ладно, хоть фонарь есть. Да что ты, я никуда не успеваю нажимать. Почему так? Ну-ка, надо быстрее. Приготовиться надо, давай. Есть. Давай аккуратно. Оп, под низом. Здесь перепрыгнуть. Есть, все пока хорошо. А тут опасно, смотри как. А, прыгнуть, обойти по краю. Давай прыгнем. Есть. Есть, нормально, все, побежали. Где Джесс? Ё-моё, идти по тропе скатиться. Бум-бум-бум-бум-бум. Не знаю, давай пойдем. Скатиться мы уже скатились, давай просто пойдем по тропе. Потому что здесь какой-то домик, может быть, мы что-то найдем здесь. Прыгай. Блин, капец, куда ее утащили-то? Надо быстрее ломиться, спасать ее. Вон она где-то орет уже, быстрее, быстрее, быстрее. Тихо, что за прикол-то? Быстрее надо ломиться. Заходи, только аккуратно, давай, осмотрись. Я иду, я ушел. Так, а куда идти-то? Ну давай на крик пойдем. Где-то здесь. Опять в подвал или куда эта лестница?
Давай, давай, шустрее. Давай перебирай чешками, а? Шевели булками, чувак. Быстрее надо спасать ее. Деваху там пытают уже. А сейчас мы увидим, что может произойти. Ну-ка. Мы нашли тотем. Так, это, по-моему, типа удача, удача, волк или собака пришла. Тотем наставления. А, наставление, значит. Все нормально будет. Все хорошо, мы будем надеяться, что все будет хорошо. Давай, заходи сюда. Здесь мы, по-моему, были вагонетки или что-то, какие-то катались. Спасите! Быстрее ломись уже. Че ты еле идешь? О, нет! Майкл! Майкл, быстрее! Погуляем, погуляем по шахте этой. Еле-еле идет, блин, его деваху утащили, короче, куда-то, и все в неизвестном направлении, а он прогуливается. Так, тихо, подожди, а вдруг тут кто-то есть? Перный театр. Это из-за того, что я не успел. Это он нет! Себя... Он себя винить начал, короче, господи! Что... Джессика! Такую картину мы, кстати, нет, видели уже где-то. Нет, Джессика! На тотеме вроде бы. Блин, капец, да, вообще, все. Еще и лифт уехал. Печаль, печаль, ребята, что делать-то? Как же так, мы ее не спасли? Я игры надо было быстрее бежать. Еле-еле шел, пацан. Так, ну-ка, попади, попади. А вдруг это кто-то есть? На что надо нажать, чтобы стрельнуть-то? Я не понимаю. Я забыл, на что стрельнуть. На что нажать? Я уже забыл, какая клавиша. Нолик, что ли? Ни в кого не стрельнул. Ну там, правда, не надо было стрелять, мне кажется. А вдруг это кто-то из своих? Шахты, давай быстрее наверх. Так ему вломим, да? Пускай. Надо отомстить за Джесс. Безопасно, быстро. Давай, надо быстро лезть. Так, ладно, пока успешно. Нормально. Успеваем. Есть. Прыгнуть. Пройти на... Давай, прыгнем. Куда зацепится только он? Непонятно. Непонятно, блин, вообще. Это тебе не Дрейк из Uncharted'а, он так прыгать не умеет. Хотя нет, все нормально. Коренастый парнишка, который умеет прыгать и еще как-то выживает в этих ситуациях. Так, вот здесь надо, главное, допрыгнуть аккуратно. Есть, получилось. Кто это? Да не стреляй, это, похоже, кто-то из своих, похож он на кого-то. Тот в лохмотьях каких-то ходил. Тормози, чувак, ты куда пошел? Ну что, неужели пальнуть? Твою мать! Ушел. Какая клавиша-то? Я не понимаю, какая клавиша нажать-то. Что надо было? Вообще сломано. А, он... Я нажал, подожди. Я нажал, но оно не стреляет. Я должен успеть. Да, конечно, быстрее, 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 быстрее. Надо успеть. За ним. Хватай лампу, поджигай, быстрей, быстрей, надо ломиться. Так. И что, вышел на улицу, просто никого нет. Он, похоже, свалить успел. И что же мне делать в такой ситуации? Куда мне идти? Снег, зима, блин, куда я прусь? Девчонку прибили вообще. Нет бы раньше соображать, просто не надо было в эту хижину ходить. Вас предупреждал я уже давно. Куда он пошел? Я его догоню все равно. Так, а сейчас, наверное, будут другие события показывать. Крис. А, вот что с Крисом произошло. Погоди, так это в один день, ну, в смысле, в один момент происходит. Я так понимаю, он не один здесь причастен-то, чувак-то этот. Эшли!
Эшли утащили, клоун утащил, он тебя втащил и утащил. Втащил и утащил, давай искать. Давай искать. В общем, пацанам приходится сейчас девчонок искать. Эш! Эш! Погоди, а куда? А здесь, если посмотреть? А, ну все, тут дверь, здесь не надо, я туда не пойду. Давай, пошли по следу, куда он ее утащил. Он ее просто за ногу волок, и все, и мне ничего не остается делать, как просто идти искать ее. Тот, главное, со свечкой ходит, этот с фонариком. Но я не знаю, как. Если мы также найдем девчонку, как Майкл нашел свою, то это, блин, очень плохо. Неужели никто не выживет? Это ее? Что это? Это кошелек, да? Очень плохо. Очень плохо, плохо, очень плохо. Еще и кетчупом измазали, да. Надеюсь, что это кетчуп. А не кровь просто. Ну и попали мы в особнячок, я вам скажу. И как раз события такие вот совпали, что этот еще вышел из тюрьмы и всех преследует и начинает донимать. Как быть? Ай! А что там пятно какое-то? Ну подожди. Так это кровище. Чья? Черт, нет! Да-да-да. Надо быстрее идти. Почему они все так медленно ходят? Я хочу, чтобы эти чуваки ходили очень быстро. Надо бежать, ломиться, девчонок спасать. Они... Ой, фонарик взял, пошел, как этот придурок. Ну иди, чего ты? Ее утащили, ты встал только что, очнулся. Дай-ка я похожу по дому, фонариком посвечу. А, еще и в лес надо идти, да? Зашибись. Погоди, а тут нельзя пройти? Не, не пускают. Ладно, я пошел в лес. Так. Крису тоже предстоит погулять по лесу, как и Майклу. У нас где-то еще Джош бродит, Эмили бродит. Эшли! Кто еще там? Сэм? Сэм, жива? Сэм, жива же вроде, да? Жива. Эшли? Есть там кто? Эшли? Али не жива, я уж забыл, короче, прикинь. Ладно. Мы можем пойти сюда. Сюда. А где следы? Куда могут следы показывать? Либо спуститься еще вниз. Давай-ка вниз пойдем. Чую я, что надо сходить вниз сначала. Что за фигня? Что за хрень? Да-да-да, я тоже об этом спросил. Погоди, он меня просто туда не пускает или что надо сделать? Кто это сделал? А что за голова? Это настоящий человек или что? Кто это? Кто это вообще, блин? Так, похоже, мне туда просто сейчас не пройти. Да? Нет, пройти можно, все. Но напугал он меня так порядком, прям... Поджилки затряслись. А что здесь еще лежит? Еще тотем сейчас найдем, почитаем, что еще нам могут сделать. Это тотем смерти. Кого-то поймали или повесили, я не пойму. Пока не ясно. Но вот падение Джесса, это было, мы видели где-то. Свиная голова. Вот чья кровь могла быть. Найдена улика, свиная голова. Так, ладно, здесь я уже все осмотрел. Тотем осмотрел. Надо идти дальше. Итак, а что мне делать? Ну давай идем, больше вариантов нет, идем по этой тропе. Эш! Куда ее он утащил, я не понимаю, надо быстрее ломиться.
Крис, не тормози, быстрее бери своим фонариком, свети и ищи, Эш. Это тебе не шутки, потому что мы Джесс уже потеряли. Майкл не справился с задачей, вот так шевелил медленно Эш. Чешками, поэтому Эш. Все так и произошло. Эш? Эш, ты где? Вон еще хижина впереди, давай идем вперед. Не, ну реально, почему эти чуваки так медленно ходят? Капец. В лесу надо бегать быстро с фонариком, тем более, когда еще какой-то маньячело утащил твою девушку. Я не знаю, зачем можно гулять так медленно. Я возмущен. Эш! Смотри, дверь открыта, никого нету. Снег, холод. Почему дверь оставили открытой? Наверное, они здесь уже. Но я предлагаю пройтись еще за домом, посмотреть. Может быть, что-то мы сможем найти интересное. Ну куда он утащил ее? Это уже реально не смешно становится. Кстати, сарай. А можно зайти? Нет, здесь нельзя, не пускают. А дальше если? И куда я пошел? Дальше опять в лес? Не, так не пойдет. Давай в хижину все-таки зайдем, вернемся. А, вот тотем лежит. Тотем, давай посмотрим. Опять тотем смерти, что ли, да? Как будто голову отрубили, ё-моё. А, это тотем утраты. Тотем утраты. Так, ну, я думаю, что дальше нам не стоит ходить. Надо зайти в хижину. Хотя нет, все. Здесь больше некуда идти. Идем, возвращаемся в хижину. А было страшно, когда он утащил ее. Так. Подожди, а это что висит? Это что? А это крысы? Или что это? Эшли! Стоп, какие-то ловушки. Эш, я здесь. Где ты? Я не знаю. Ну она пока жива, все нормально. Что где? Ты все время говори со мной. Что произошло? Крис, он связался. Ай-яй-яй-яй-яй, это что? Он поймал кого-то, подожди, кто это? Крис, ты здесь? Привет. И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Что тут происходит? Для этого эксперимента нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать. Но что происходит? Еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, господи, Крис! Нет! Ты охренел? Отсюда! А ну, пожалуйста, меня отсюда, маньяк! Прошу вас успокоиться. Где-то я это уже видел. Все очень просто. Фильм «Пила». Прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать... Кого ты спасешь? Не, капец, так нельзя. А кого выбрать-то? Нет, пожалуйста, этого не могу. Черт, нет. Остановить нельзя просто это все дело. Так, ладно, все будет нормально. Дружище, братан, погоди, Боже остановись, мой, подумай. Крис, я не хочу умирать. Погодите, я что-то не соображу. Чего? Спасти Джоша, прости Эшли, спасти Эшли. Капец выбор-то вообще. Джош или Эшли. Как решиться-то, я не знаю. Все, я выбрал. Эшли, ничего, не бойся, я тебя спасу. Спасибо. Не надо. Может, остановить можно как-то, а? Это же бред! Идиотизм! Не может такого быть! Крис, скажи мне, что это неправда! Я не знаю, что делать. Все. Нет! Крис! Ты решил спасти Эшли. О, нет!
Нет, 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 нет. Я думал, мы друзья. Я-то думал, мы друзья. Прости, прости. Как ты можешь? Остановитесь, так нельзя. Нет. Нет. Остановись, хватит, так нельзя. Нет, 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 не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло? Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Я сейчас, Эш, я сейчас тебя освобожу! Тише, тише! Капец! Давай развяжем тебя, надо уходить отсюда! Мы уходим, слышишь? Вот где был Джош на самом деле. Крис? Эшли? Кровь? Кровь? Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? Джош, что, Джош? Эй, он погиб! Стоп, прямо что? У нас на глазах! Ты там, что несешь-то? Маньяк? О боже, надо убираться отсюда! Не понимаю, что там случилось? Маньяк как? С Пилоли! Либо Джош, либо Эш! Я не знаю, что делать! Господи! Она его распилила! Все кишки наружу! Что? О боже, Крис, ты что? Я убил его! Стой, я Крис! Я убил его! Это я виноват! Нет, бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам! Давайте успокоимся, ладно? Надо звать на помощь, быстро! Не знаю. Эм, нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме! Ладно. Ладно, ты прав. Собери всех. Но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь, так ведь? А не сидеть и ждать. Но как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Нечего было разделяться. Вы че, ребята? Ищите Сэм, где она? Собирайте всех, братву всю свою вместе, чтобы не разделяться. Потому что вот так поодиночке вас точно поймают. И снова мы у психиатра. Снова привет. Обстановка накаляется, правда? Все идет так, как тебе бы хотелось. Ясно. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Да, вопрос, что вам нужно или кто вы? Давай узнаем, кто это вообще. Я же хочу помочь. А это твоя игра. Потому что тут завязан. Ты понимаешь, тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. Этот человек завязан. По твоей игре тебя никак не назовешь добрым человеком. Всем спасибо за просмотр, друзья. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока. Так ты и дальше собираешься таким образом развлекаться? Ты меня пугаешь, чувак.